Здравствуйте, дамы и господа, это канал Dorkan Koi, игра под названием Sunless Sea Submariner, в которой мы исследуем темное и беспощадное море. Идти на берег, личина, прячьте свое лицо, прячьте все свои лица. А самое смешное, что я уже не помню, куда мне надо плыть, что делать, слишком долго не играл, Айгуль, Остров Кошек и так далее. Кстати, Железная Республика, Кумский канал. Я не знаю, что мне делать. Главное то, что мы починили тот ужасный баг. С текстурами, с перезарядкой оружия, ну и так далее. Для этого нужно было установить специальный патчфикс для русификатора, который лежит в группе ВКонтакте. Правда, для этого нужно в него войти. В группе ВКонтакте русификатора, естественно. Розовые рифы. Роузгейт. У нас тут ничего нету. И Айгуль. Может в Айгуль заплыть, а? Потому что я не знаю, куда мне плыть. Хотя, раз я не знаю, куда мне плыть, можно... давайте-ка, кстати, в Черепашник. Мы там давно не были. Тающие острова, вот, например. Крепость Глубинного Короля. Лучше даже проплыть мимо нее. В Тающие острова направиться. Там и секретов получим. Неплохое количество. Хлеб и соль. Изгнанница Сердоликого берега приглашает вас в свою каюту на ужин. Мы должны обсудить конечную цель нашего путешествия, сообщает она вам. Отражение. Надеюсь, это нам поможет. Кстати, наверное, все-таки лучше все равномерно развивать. Не надо развивать только одно. Вернуть трюм. Не надо развивать, допустим, только сердца. Потому что через некоторое время они будут бесполезными. Крепость Глубинного Короля. Вещь очень хорошая, но... давайте-ка в нее заплывем после Тающих Островов. Вот так вот. Потому что я боюсь получить там фрагменты и страницы, и мне нужно бы развиться, а? Секретов мне маловато. И заплывем, кстати, может, в Арчас, а Крепость Глубинного Короля про... отложим. Хотя там, по-моему, кстати, в крепости нужен был жемчуг утопцев. Возможно. Возможно и нет. Тогда мы это проверим и узнаем. А сейчас направляемся в Тающие острова. Острова... как их назвать там? Ученых, вот. Остров ученых. Кстати, ссылку, наверное, надо оставить на патчфикс для русификатора. Так. Раскрыть тайны земель. Секрет, отлично. Раскрыть тайны земель. Ешь, пей и веселись. Потеряли ужас. Сморчковое пирожное, пирог из сморчков, соленый привкус, рагу из водорослей, ползучие ягоды, картофелия. По уверению местных жителей, является подвижным растением, а не насекомым. Ешьте досыта и пейте задумчиво. Взрыв вкуса. Раскрыть тайны моря. Нет, я лучше память о дальних берегах пока отдам. Грибуны опасные, да. Мангровый колледж. Давайте... Полюс Ганту. Тут у нас не поисследовано ничего. Может в Арчас зайти, а? Тоже неплохо, как мне кажется. Тогда останется без внимания крепость Глубинного Короля. Жаль. Но что поделать? Мы не можем все посетить за раз. Только что-то одно, и все. Плывем дальше и исследуем море. Кстати, всегда вот спрашивают, в какую игру я сейчас играю, а я даже не знаю, что ответить, потому что я же знаю, что другие люди не знают игры Sunless Sea. Поэтому я же сразу понимаю, что человек не знает, а зачем ему об этом говорить. Ведь человек спрашивает для того, чтобы надеяться на то, что человек играет в игры, в которые он играет. А вот такого не произойдет, к сожалению, со мной. Шанс очень невысок. Всегда мыслишки приходят определенные. О, красота. Избавились от этого бага, чтобы ему пусто было, а? Варчас. Жабромедуза. Приплываем, Варчас. Отлично, подплыли вовремя. Что тут говорят-то эти змеи, которые сделали из людей-марионеток? Составить портовый отчет. Трудно передать, насколько неприятно это место без довольно агрессивного использования эллипсов. А что за эллипсы-то?
тьма разбитых зеркал. Какая бы власть ни правила здесь, Адмиралтейство хочет знать все, что вы можете об этом записать. Записывайте осторожно, охраняйте ваши сны. Что это? Вы слышите, как что-то шепчет? Вы пытаетесь закрыть уши, пока, спотыкаясь, возвращаетесь на корабль. Вы дрожите, и ощущение, как будто тысяча змей извиваются своими зеркальными телами прямо у вас под кожей. Что сделали подземцы? Что вы сделали? Ой. Как что-то шепчет. Да, сделали марионеток из людей. Ну кто же знал, там я думал людей освободить, а оказалось, что я людей изгубил. Полная мощность. Движемся в черепашник. О, тут ничего не видно. И еще на полной скорости. Нет, давайте нет. Тогда оставим замок Цириеда, оплываем его. Еще и нас заметили вдобавок, как назло. А мыши-то быстро летают. Догонит тут же. Движемся, движемся. Насыпь щеголя Джека. 72 фрагмента у нас. Ужас, 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 ужас. Топливо, топливо, топливо. Слегка перерасходывается у нас оно, к сожалению. Поплыли в черепашник теперь. Ужаса мы теперь не боимся. Кстати, надо под водой бы плавать, но я не знаю. Можно плавать под водой, хотя тут мы ничего вряд ли что найдем. Я, конечно, спущусь, но лучше от этого не будет нам. Черепашник, там мы можем ужас получить. Ран тоже, но маловероятно тоже получим. Но тем не менее, давайте-ка отправимся сюда, в черепашник. Черепашник. Движемся, движемся, движемся. Игла Фортрекса. Вот это чудовище, да. Тала-те. Ой. Промахом. Нет! Смотрите, попали 36 урона. Великий. О! Это все. Кажется, это все, зрители. Так, куда это мы поднимаемся и как мы все сюда попали? А я уж подумал, все, забагали, придется загружаться. Вот для этого надо загружаться, потому что баги всякие могут быть. Щебелпорт. Большой мертвый, большой пустой, большой вонючий, большой рептилий. Впервые за 20 лет я не скучаю по своему потерянному и когда-то острому обаянию. Тем не менее, я ожидаю хорошую охоту. Отправить гробоколонистов посетить храм Шторма. На черепашнике поклоняются богу под названием Шторм и делают это страшными, кровавыми обрядами. Только лишь на такие обряды Шторм обращает внимание. Только как его можно отвлечь? Разрешите им поохотиться жителями черепашника. Гробоколонисты смеются и попрыгивают, как сборище маленьких детей. Это будет очень опасно. Может быть, поэтому они так счастливы. Давайте-ка... поохотиться. Разочарование. О да, мы убили парочку крабов-удильщиков. Вот, возьмите верхнюю часть его клешни. Но никто не был ранен. Не так сильно, что вы могли бы заметить. Мы даже не потеряли ни одной конечности. Я был свидетелем игр в регби. Более жестких, чем это. И музыка тут же поменялась. Летописец на кости. Чтобы он вырезал морскую историю на охотничьем артефакте. Получите таким самым... диковинный артефакт. Нет, не надо пока. Черепашник. Нить обреченного охотника на монстров. Он нам нужен. Выменять диковинный артефакт на охотничий трофей на диковинный артефакт. А тут ничего нельзя сделать, я как понимаю. Поставка благоухающего торговца. Всего одна бочка, но это очень большая бочка. Полюс Ганта, мочонок прогорклой плоти. Давайте-ка наймем. В черепашнике не протолкнуться от охотников на монстров. Хотя он, по-моему, у нас есть. Обреченного охотника на монстров. Точно, нет, нам это не надо.
Летописец на кости. Нет, не надо. Стигийская слоновая кость. Тоже не надо. Полюс Ганта. Вот видите, как осторожно доплавать. Баги могут быть очень опасными. Да. Может, отражение еще поразвивать? Я пока останусь без оружия. Будем за счет хитрости выигрывать, не за счет силы. Отражение. Отражение. И еще раз отражение. Неплохо. Полюс Ганта. Что тут у нас на полюсе Ганта находится? Ценное сокровище. Вы пытаетесь спасти обломки. Вместе с небольшим отрядом вы спускаетесь к острову корабля. Свет прожектора вашей субмарины прорезает окружающий мрак. Запечатанный контейнер. Ржавые засовы крепко держат стальную крышку. Вам нужен молоток. Маленький ужас. Что-то уставилось на вас одно ящика. Оно поднимается на своих листьях, его ротовое отверстие трепещет. Судовой врач извлекает его из ящика. Оно содрогается и, прежде чем очутиться в мешке, испускает в лицо врача струю чернильно-темной воды. Кислород, понятно. Нас он не интересует. Змеи. Что мы же наделали? Уничтожили ворчас. Полюс Ганта. Топливо. Бутыль с первобытными визгами. Опечатано и трижды запечатано воском. Живые особи за 7 подозрительных уловов. Что-то извивающееся и своеобразное, но надежно заперто, наверное. Блудная мелюзга, ведро с крошечными, но зубастыми змейками. Оставим портовый отчет. Поговорим с угасающей Гаруспик. Принести угасающей Гаруспик последние новости. Это повысит ваше ученичество, но не более чем до 3. Возможно, с таким контекстом ее гадания станут яснее. Инструменты торговли. Она сосредоточенно слушает о последних сплетнях и скандалах. Как же мне не хватало их, спасибо вам. Это делает многие вещи яснее. Но и другие стали куда более запутанней. Позвольте мне показать вам чуть больше моего искусства. Я полагаю, это возымеет похожий эффект. Спросить о ней. Течение времени. Как долго она уже здесь, внизу? 10 лет, сотня, тысяча — это все одно и то же, в конце концов. Плоть удерживает тело единым. Разум, пожалуй, намного более сложная материя. Я справилась, остальные нет. Вы видели их, старейшие из моряков, не имеющие теплой постели, любящих семей, машущих с берега. Они куда больше принадлежат морю, чем все то, что в нем плавает. Сердце приняло их, и они упали в его объятия. Это их судьба. В вашей же я вижу куда больше важных моментов в будущем. Спросить о путешественнике. Должно быть, шестой свидетель имел в виду его для встречи с вами. Не сейчас. О прошлых посетителях. Кто еще решился спуститься сюда в поисках мудрости? Это было так давно. Последний, кто был здесь, не будучи утонувшим. Очень давно. В то время, когда эти ногти были короткими, а лицо еще можно было назвать красивым. Ох, избавьте меня от этого сочувствующего бормотания. Я вижу настоящее лучше, чем будущее, как и всякий другой. О чем это я? Ах да, пресвитерианская принцесса была последней, кто нашел меня. Она пришла из города на горе. Спросить о судьбе восхода. На 7-й, что пал. Но 7-й, что последовал. Будет ли эта боль стоить не того? Спросила она. На последний вопрос я не смогла дать ответа. Охотьтесь на талатов, бегетоусов, любимцев и тригле гантов, чтобы привести больше тварей на полюс Ганта. Больше никаких вопросов. Немного плоти для черепашника. Брачонок парагорклой плоти. Пикантный маринад. Интересно. Заканчиваются деньги. Ну что, поднимаемся тогда. И в черепашник тогда. Прогорклая плоть для черепашника. Надо бы тварей подводных уничтожать, понятно. Намек понятен. Ну что ж, займемся тогда этим. Щабелпорт. Империя рук, стратегическая информация.
Черепашник. Поставка для благоухающего торговца плотью. 200 эхо. Торговля плотью теперь у вас 3. Вкуснятина. Благоухающий торговец плотью окунает палец в колыхающуюся слизистую массу и облизывает, подрагивает удовольствием. Он расплачивается с вами и принимается за работу, продавая ее полными кружками. Сложно сказать, нравится ли она жителям черепашника больше, чем тухлое черепашье мясо, которыми они обычно питаются. По крайней мере, эта гадость для них в новинку. Когда в бочке не остается ни единой капли маслянистой субстанции, покупатели по-прежнему стоят рядом, облизывая губы. Хорошо, сердце горы кочевник. За жгучие загадки можно продавать, это хорошо. Летописец на кости. Понятно. Что ничего не понятно. Империю рук поплыли, что ли? Хотя нам надо исследовать Айгуль, тени хана. Ну, много что есть исследовать у нас. Спускаемся под воду. Нам надо найти подводные острова побольше. А то их что-то маловато. Айгуль, значит. Так, плывем по течению. Что у нас тут? Кислород. Хорошо. Эхолокатор. Тут надо поисследовать все-таки наверху. Так я считаю. Сначала вверх, потом вниз. Так будет правильнее. Я все то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Не могу определиться. Канал Таслида. Таслера. Вот именно, потому что фрагменты нам нужны. Команда накормлена. Так, у нас тут что такое? Брод О'Кифа. Нет ничего, что могло бы привлечь их. Чудовище, я имею в виду, да. Что ж, потом в тающие острова заплывем. Спускаемся в брод О'Кифа. Тут есть что-то позабытое написано. Хорошо. Поплыли к позабытому. А, нет ничего. Я ж думал, тут есть что-то позабытое действительно, а тут его нету. Скар, Спаситель, Апорт Сестил, тут нету ничего. Тут тоже нету ничего, тут тоже нету ничего. Следовательно, надо пока вот тут, в этой стороне, исследовать все. Как-то я не подумал, да. Хотя зачем я поднялся, надо же под водой плавать, как-то я не подумал. И что-то явно с личиной надо сделать. Империя рук. Ладно, давайте через ханство проплывем. И встреча ради пустяковых дел. Пустяковые дела. Кстати, сказали, что можно привести к процветанию только одну фракцию. Например, машину расцвета, либо Лондон, либо анархистов. Я уже предполагаю. Но все равно я буду с анархистами бороться изо всех сил. Я не дам анархистам ничего сделать. Вредители. Хотят все разрушить. Что было построено таким непосильным трудом. Тень хана, что там? Тень хана лучше на потом оставить. Давайте триумф сначала хана. Триумф хана. Перламутровый изгой. Неутогомонный артиллерист. Веселый энтузиазм приветствуется. Он нервирует. Особенно в артиллеристе. Та-та-та-та-та. А может водоворот заплыть? Я так думаю, думаю. Мы готовы к потерям. Главное, чтобы они были не слишком большие. Но скорее всего это просто телепорт. Какую-то часть карты. Другой водоворот. Дарклан лосося. Еще дарклан лосося.
встречи ради пустяковых дел. Измена, такое устаревшее слово, потеряли поддержку Адмиралтейства. 10 эхо. Наладим дела, склоним лосося. Наладить дела с кланом лосося. Угроза, подозрение хванства теперь у вас ноль. Встреча ради пустяковых дел. Слуга лосося исчез, его потеря предвещает беду. Сбор информации не больше нуля. Есть место, о котором никто не говорит. Официально бывший слуга лосося, который не занимался сбором стратегической информации, не исчезал в подземноморском порту Анфы, которого официально не существует. Во всех подробностях вы услышали, как этот слуга не выглядел и сколь строги запреты на его преследование. Официально никто в Триумфе Хана не заинтересован и даже вовсе не склонен к тому, чтобы вознаградить вас звонкой монетой и связями за ваше присутствие в Анфу. И также абсолютно не забудет отчет об этой ситуации, как и любая информация, которую он может оказаться не в состоянии принести домой. Официально. Анфа, что за Анфа? Я забыл ее уже. Анфа. Анфа, понятно. Туда, что ли, поплыть? Нет, давайте информацию жизненно важную заберем. Заберем жизненно важную информацию. И, кстати, у нас топливо кончается. Плохо. Ну, кстати, можно было бы через и Анфу как раз-таки там подкрепиться топливом. Как-то я не подумал, да. Информация. Было бы хорошо, если можно было бы давать жизненно важную информацию. Изменники. Провести встречу в чайном доме. Удовлетворить потребности шпионов. Дипломат. Свои уши во дворцах, шепот в тенях. А один из белых золотых. Что нужно вашим шпионам? Арестантский мед, отлично. Мастерская паутина, несравненный вкус. Собрать разведданные. Жизненно важная информация и память о дальних берегах. Что им надо? Дипломат следующим. Разом неплохо. Но мы отсюда уже уплываем. Давайте-ка в Анфу теперь. Хотя... Нет, я хочу последние новости для Даута. Нет, тогда уж мастеру Мешки поможем. Соленые львы. Остров Демио. Ну как, мастерская паутина у нас была создана. И все дипломату, всю эту информацию для дипломата несем. Движемся, движемся, движемся. Пучины нас, я так понимаю, уже интересовать не должны. Ну не подскажите только. Чтобы не ошибиться. Количество ваших страниц 72. Разрешите еще 122 фрагмента. Это страниц, а не фрагментов. Так, еще. Станция 3. Что нас ждет на станции 3? Завинтованный повар, на которого у нас нет денег. Я так понимаю, да. Составляем отчет, получаем чуть-чуть денег, чуть-чуть припасов. Неплохо. Поручение от прислужницы. Охрана двора. Она просит вас простоять ночную вахту на свалке. Так, подождите, я не понял. Как это? Почему мы это не можем делать? Посетить компанию «Успокой плотник». Подарить новеллу. Она ищет какую-нибудь новую мелодию, чтобы напевать на работе. Вы могли бы написать какую-нибудь. Ничего сложного. Может, ее и не стали поиграть на королевском концерте, но все же это хорошая сердечная мелодия, способная понять настроение всякому, кто ее услышит. Вы пытаетесь напеть ее с разными выдуманными рифмами, о бумажном змее, сделанном из кальсона, и о часах, что могут бить лишь 13 час. Мелодия подходит, и вы вполне уверены, что строгая прислужница не составит труда придумать к ней еще много разных куплетов. Когда вы насвистываете ей свою мелодию, она выглядит действительно тронутой. Больше секретов сердца. Вернуться позже. За маленькими воротами. Ничего тут нету. А что там, можем составить вообще? Тоже не можем. Станция 3.
скала аббатства. А чё, заставим там и все. Поехали дальше. Аббатство, хорошо. Ну и поверхность тоже неплохая. Маяк. Маяк. Раньше подземье казалось таким страшным. Хотя у вас нет последних новостей, это позволит сократить ужас. Нет уж. Движемся и возвращаемся к экономии электричества. Топливо-то делать мы из припасов умеем, и это будет даже выгодно достаточно. Всего 10 заплатим фактически за топливо. Наши резервы топлива закончились. Поддержка Адмиралтейства. Предательство, предательство, еще раз предательство. Ну что, дипломат, готов к данным, которые я для тебя копил? Чуть-чуть не хватило, ну ладно. Поискать среди припасов что-нибудь. Такой успех, это пахнет как жженые тряпки, но это утолит голод двигателя на некоторое время. Мягкое ободрение. Спрятать вашего пленника. Ваш пленник бросается к сапогам дежурного офицера и обвиняет вас в похищении. Вы пытаетесь представить все это как безобидную шутку. Дежурный офицер тяжает вам неприятную лекцию и назначает огромный штраф. Он забирает пленника с собой, когда уходит. Эх, кто же знал-то, а? Атунное посольство. Ящик человеческих душ. Нет, не стоит. Живых особей. Сколько она стоит-то? 150 эхо. Ей не все равно. Не могу спокойно смотреть, как кого-то держат в неволе. Она роется в сумке в поисках денег, пока два крепких помощника поднимают клетку. Существо за решеткой на удивление спокойно. Отважная поборница трезвенности платит продавцу и мягко похлопывает по клетке. Ты мой хороший, мы унесем тебя отсюда. Она пришла протестовать против подпольного сбора меда, но также она известна тем, что покупает живых особей в клетках. Ненасытный дипломат взять агента. Передаем жизненно важную информацию. 500 эхо. Машина рассвета не изменилась. Очень хорошо. Так, адмирал. Портовые отчеты. Скала аббатства. Кумский канал. Мангровый колледж. Личина. Черепашник. Ворчас. Выглядит озабоченным. Что произошло? Полюс Ганта. Ладно, дадим гантовский полюс. А может, не стоило, надо его же залывать было, точно. Что это я? Закупились. Итак, бочонки арестантского меда. Побольше возьмем. Одобренная любовная литература. Интересно. А куда нам теперь направляться, да? С этими. Цель. Вы рассказали правду. Вы предали посредника и предупредили его жертву. Вы расследуете дело Многоликого. Авантюрист пропал. Освободите тайну бессмертия. Понимание, антиквар. Поддержка Адмиралтейства. Ну где эти гробоколонисты-то, а? Так, да, где же оно? Где? Бараний остров, Айгуль. Анфа. Дауд. Так. Давайте-ка. Очень скромные испытания. Это уменьшит ваш ужас, и вы можете попасть в неприятности или завести роман. Кто вас ждет сегодня? Команда на одного.
Почитать утреннюю газету. Беспокойный студент. Забытый квартал. Хорошо. Хорошо. Успокой фрукты. Запираемое помещение. А куда ставятся вот эти люди? Понятно. Их мы сносим, продаем. Этих людей. Хорошо, что их выгодно можно продать еще. Очень выгодно. Тотальный поглотитель из кузницы. Высшей темности письмо. Хорошо. Сделка заключена. Зверь вынимает руку из камина и проверяет контракт. Восковая печать, снег по земле, бумага вновь исчезает в складах кроваво-красного одеяния. Три доставки освободят вас. Не медлите. Вам есть что терять. Первая доставка существа взывает к вам. Самое время начать. Голод, что не может быть пресыщен. Господин Мешки ожидает, свернувшись нечто похожее на баранью ногу. Мясо сгнит соль. Кость неплохо пожевана. Глупец искал имя, что пожирает. И оно пожирало его. Богатство целой жизни, потраченное на страстные желания, что никогда не могут быть удовлетворены. Когда все были съедены, он содрал мясо своих пальцев в поисках утешения. До сих пор голод терзает его живот и вопит изнутри. Он думал, эта жалкая попытка с ядом может освоить его. Долги не оплачиваются так просто. В сердце хана или на остров грызунов. Давайте в ханство отправим. Как раз таки отчет там, информацию жизненно важную заберем. Последние новости у нас есть, я так понимаю, да? Я их, конечно же, не вижу, но они есть. Вот спокойные ночи у нас есть. И вот новости. Непонятно, как они тут сортируются, ну ладно. Вид поверхности сохраним. Подарок для пиратского короля. Первая доставка, самое время начать. Господин Мешки, примите мои изменения. Извинения. Вы отдали слишком много. Это должно закончиться. Какова цена обещания? Возможно, этого будет достаточно. Итак, ханство плывем. Хорошо. Понеслись. Вернуть его в трюм. Так вот, что надо? Куда отправляться-то еще? Или на остров грызунов, может, проще будет, а? Нет, так мы денег получим. А деньги нам нужны. Ай-яй-яй. Так. Ну, где крабоколонист, а? Крах. Ой, живую особь я отдал. А ее надо было известно куда. Ну и поздно уже. Полюс Ганта, раскрытые тайны. Разрушенная цитадель, темные глубины. Что заставило изголодавших людей их покинуть? Ритуалы в пучинах. Станция 3. Скалы Спасителя. Так. Цель. Обратно Вендербайт. Только нужны гробоколонисты еще, да. Ладно, поехали. Господин Мешки. Понеслись. А видите, как далеко запросил этот господин? Сколько вы хочет сразу он? Дипломат. Вообще можно разбогатеть, конечно же. Тут с легкостью. Видите, сохранение теперь нормальное, бага нет. Понеслись. Ханство. Постоянно, наверное, вам этот звук надоело, этого ускорения, но с ним уже ничего не сделаешь, к сожалению. Тут нас ничего не ждет, заплывать бессмысленно. Плывем дальше. Еще дальше. Все дальше и дальше мы заплываем. Хорошо. Триумф хана.
значит. Не вовремя нажал, поэтому пришлось пережать. Надо было плыть под водой, но я как-то не подумал. Анфа. Жалко, с пиратским королем так получилось грустно. Сердце хана. Сердце вот оно внизу. Там свои коварные деяния сделаем. Сердце хана. Это закончит ваши услуги, хотя и не мирным путем. Зверь зимы. Первая доставка. Отправьте это в сердце хана. Доставка для господина Мешки. Это достаточно далеко от Лондона. Этого должно хватить. Город. Голод, который никогда не будет утолен. Медный квартал пульсирует от продолжающегося веселого праздника. Местные гуляки обжираются слишком быстро, не успевая даже почувствовать вкус еды на своих губах. Их щеки раздуваются, желудки набухают, но все. Еще они продолжают есть. Бело-золотые тихонько пробираются к растущей толпе, прежде чем обстановка накалится еще больше, и она обратит свой взор на королевские продовольственные запасы. Вторая доставка. Остров кошек или бараний остров. Награда, что стало проклятием. Господин Мешки предоставляет вам украшенную драгоценностями птицу. Воровка думала, что это сделало бы ее богатой. Возможно, так бы и стало. Но когда милосердная вдова и весельчак жаждут того, что ты украл, простые деньги перестают быть проблемой. Оскорбить одного и стать врагом другого, она искала иного выбора. Миг вдохновения, что снизошел слишком поздно. Мы не хотим быть частью этой вражды, позаботьтесь об этом. Принесите это контрабандистам острова кошек для услуги вдове, или же отдайте книгу агенту весельчака на бараньем острове. Сердце. Хорошо. Разведданные, что тут надо нам? Дипломат. Шепот в тенях, бело-золотые наблюдают за вами. Что нужно вашим шпионам? Деньги. Тяжелая задача. Это может сработать. Мутор, соль и ход большой игры. О боже, это снова старая уловка. Наживка. В случае успеха или неудачи информация будет расходована. О боже, это снова старая уловка. Ну иногда это работает. И все, что требуется, мешок кофейных зерен, соль и имя новейшего шпиона в городе. Это странная старая уловка. Комната заказана, ужин устроен, специальное блюдо подготовлено, знак сделан. Лондон. Лодочник подкуплен, летучая мышь отравлена, и это уходит безупречно. Хорошо, собираем разведданные. Жалко, потеряли шпионскую сеть частично. Ну ладно. Что нужно вашим шпионам? Арестантский мед, отлично. Мастерская паутина, просто прекрасно. На остров кошек поплыли. Бело-золотые. Крепость глубинного короля. Жалко, в Дауд не попадем. Ну, рекомендуется под водой плыть. Рекомендуется плыть под водой. Так и сделаем. Плаваем и исследуем, плаваем и исследуем. Это что у нас тут такое? Крах. Крах. Личина. Остров кошек. Давайте-ка в крах заплывем. Столько кораблей тут уже пало. В этом крахе. Кошмар. Крах к краху со справедливым кораблем. Оцени состояние города. Неудовлетворительное. Что такое? В личину зайдем, ладно. Заходим теперь в личину. Отражение. Тем быстрее вы можете приготовить орудие к стрельбе. А потом у нас орудие станет как
автомат стрелять без перерыва. Процветающие с годами. Хорошо. Черепашник, кстати, еще заплыть надо будет потом. У нас же есть этот мед рестанский. Айгуль там рядом. Идти на берег. Составить портовый отчет. Поплыли тогда на остров Кошу, что поделать. Плывем. Порт Кавендиш. Но тут нас все равно ничего не ждет. Мы должны сделать подарок пиратскому королю. Как-никак. Медовый язычок. Составить портовый отчет. Доставка. Между двух огней. Король Леопольд изучает маленькую, украшенную драгоценностями птицу с заботой, в меру восторжен. Я не желаю знать, как вы это заполучили. Если кто-нибудь спросит, у вас этого никогда не было. Нам стоит вернуться к ее владельцу. Вернуть. Дан. Весьма искусная работа. По-настоящему уникальное творение. Он баюхает ее пару мгновений, а затем отламывает голову. Доставь это вдове, приказывает он вам, бросая ее своему менее удачливому контрабандисту. У нас есть невыгодные сделки, требующие присмотра. Будьте осторожны при доставке его в Лондон. Порт Кавендиш. Третья доставка. Зверь в ажиотаже мечется по трюму. Ваше последнее задание ждет. Жизнь, что не была прожита. Господин Мешка пристально всматривается в маленькую деревянную коробку, когда вы заходите в трюм. Внутри, завернутой в несколько жалких клочков бархата, находится локон светлых волос и комплект зубов. Тщательно отполированных, едва использованных. Зима была суровой. Огонь остыл. Позже мать хотела бы забыть. Подходящая трагедия. Доставьте это на пристань Алчного Горизонта. Известно где. Но мы еще в Кумский канал, наверное, попробуем зайти. Хотя это сложно. Но возможно. Зверь зимы. Зачем я ускорился? И так времени мало. Личина. Личина. Ну, должно уже сработать. Личина. Процветающая с годами. Почему так долго? Хотя тут мы ничего и не найдем, конечно же. Ой-ой-ой. Переборщили мы со скоростью, одно могу сказать. Алый зверь зимы. Кровавый зверь зимы. Отлично. Личина, идти на берег. Условия. Таможня. Разузнать о значении масок. За выгодные сделки, саранча. Лягушку, что ли, взять снова? А, нет, летучую мышь надо попытаться взять. Библиотека партии, второй выбор. Похвалим литературные традиции личины. Шпион. Лунное море выслушивает вас, возможно, она думает, что вы ведете себя совсем слишком как лягушка. И не запускает нас туда, куда мы хотели бы. Жаль. А где пиратский король-то сидит? Кстати, я забыл уже. Ладно, в Кумский канал поплыли на максимальной скорости. Надеюсь, нас не арестуют. Нас подозревают, видите? Ах, вы мошенник, говорят нам. Выписали нам штраф. Мягкое ободрение. Нет, ободрять мы его не стали. Мочонок арестантского меда. Подарок для пиратского короля. Слишком опасный предмет. Красный мед. Хорошо. Движемся дальше на максимальной скорости и исследуем все море. От одного порта для другого у нас проходят считанные секунды. И это хорошо, потому что если бы не считанные проходили секунды, а года,
как на самом деле это происходит, то было бы не особо приятно. Медуза цвет. Но наверх нам пока не надо. Тук-тук, член экипажа заходит в вашу каюту. Его форма имеет ваши знаки отличия, хотя лица его вы не узнаете. Все встает на свои места спустя мгновение. Он все же не выглядит как парень, который драет палубы и заряжает пушки. Прошу прощения, капитан, позвольте мне представиться. Джервис. Вашим услугам, по крайней мере, пока бедняга, связанный за кампусом, остается прискорбно нездоров. Могу я занять мгновение вашего времени, прежде чем меня отправят в карцер? По крайней мере, он честен своей бесчестностью. Послание из Лондона. Мой милостивый наниматель серьезно озабочен вашим гостем в трюме. Капитан, как и курсом, которым вы ныне следуете. Кровь прольется еще до того, как это путешествие закончится. Однако ей вовсе не обязательно быть вашей. Джервис достает маленький флакон, хрусталь. Кровь красна, более алая, чем обычная кровь. Она чуть ли не пылает жизненной энергией. Здесь куда более горькая выдержка. Когда момент настанет, я заклинаю вас сделать мудрый выбор. Поддержка сверху редко бывает невыгодной. Красного цвета, цвета крови, но еще краснее, насыщеннее, живее. Подарок для пиратского короля. Отлично. На палубе есть моряк с поверхности. И где же подарок-то? А куда его отправить-то нам, этот подарок с пиратского короля? Послушаем сплетни с поверхности, да. А где сидит пиратский король? Подарок для пиратского короля. Ой, не понимаю, куда этот подарок отправлять. Хотя ладно. Это уже все. Спасибо зрителям за просмотр. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, если не поставили колокольчик, поставьте, чтобы все уведомления вам приходили о новых сериях. И ставьте лайк этой серии, чтобы выходило больше серий по игре Sunless Submariner. Всего вам самого лучшего, не прощаюсь.